Добрый день, меня зовут Мария Викторовна Соколовская, и я педагог клуба юных натуралистов. К нам приходят отнюдь не какие-то убежденные биологи, как правило. Это ребята, которым, ну, вообще в целом интересен мир природы. Тем важнее вот этот вопрос, что мы можем им предложить. И для себя я этот вопрос решила так. Мы воспитываем в ребятах в первую очередь те качества, которые пригодятся им в их взрослой жизни, какой бы профессиональный путь они ни выбрали и куда бы ни пошли. Мы учим их размышлять, мы учим их анализировать, мы учим их думать. И это в первую очередь формируется во время проведения каких-то исследований. Мы учим их работать в команде. Для меня это очень важно, умение работать в команде. И я стараюсь это транслировать своим воспитанникам. Это и распределение ролей, и чувство ответственности, умение планировать, распределять обязанности и, что немаловажно, выполнять их, помогать друг другу и получать хороший результат. Под крышей нашего клуба собрана огромная коллекция животных. А для нас это прекрасная основа для воспитания. Вот такие вот чудесные существа позволяют воспитать в человеке уважительное отношение ко всему живому. Ну, а все это, в свою очередь, ведет к формированию дружественного стиля жизни, дружественного природе.